понедельник день тяжелый, приносит вот такой аккумулятор, чинили где-то в Москве, починить не смогли, все плохо, значит, вот так вот лежит плата, вот здесь вот какая-то салфеточка, и все это засунуто в корпус без вообще какой-либо изоляции. Как это все не закоротило, а может быть и закоротило, корпус алюминиевый, все контакты полностью оголенные. Как это работает, там видите, внутри контакты тоже оголенные. Все это просто через тряпочку проложено. А это литий, между прочим. Вот, сейчас будем как-то все это пытаться реанимировать. Так, готов аккумулятор. К сожалению, я вам внутренности не покажу, что там было внутри. Но пришлось полностью переделывать БМС-ку, потому что в ней очень удачно поковырялись и все-все-все повредили, распаяли. Испортили. А вот так вот выглядят ячейки. То есть, что тут какой-то был ремонт. Здесь вот все подписано. Вот. То есть, совершенно непонятно, как вот это все ремонтировалось. Но аккумулятор, к сожалению, не работал. Плюс сожгли БМС-ку клиенту. Поэтому нам пришлось полностью менять все ячейки. Полностью ремонтировать БМС-ку. И стоимость такого аккумулятора полностью в сборе, вместе с работой, вместе с ячейкой, вместе с переборкой, вместе с диагностикой, со всем остальным, получилось 11 500. Ну и самое дорогое здесь было ремонт БМС-ки, потому что БМС-ка очень маленькая по размеру, и сроки поджимают, невозможно было ее, скажем так, в быстрые сроки достать.